Всем добрый вечер, друзья. Закончил вот такую заказную ветряную скульптуру. Выглядит несколько необычно. Назвал я ее Гела, танцующая женщина. Высота, значит, идет 50 сантиметров. Сталь использовал 1,5-миллиметровую. Достаточно грубая ковка, быстрая ковка, соответственно, каркас. И дальше вращательный элемент вращаются только сами руки. Вот таким вот образом. Вот. И в руках установлены светодиодные фонари с солнечными батареями. И, соответственно, в голове установлено также самое. Дополнительно имеются еще вот такие зеркала поставил. То есть красный цвет. И сейчас попробуем посмотреть это все дело уже. Ну и вот так это выглядит внутри. То есть я применил вентиляторы, так как у нас сегодня ветра нет. И фонарики светятся пока не очень сильно, потому что солнышка сегодня не было тоже. Сейчас попробую показать это внутри помещения уже в тени. Выключу свет. Ну вот так вот это будет, значит, смонтировано. Будет крутиться от ветра, соответственно. И вот так лицо. То есть вот если мы смотрим, это будет установлено на коньке крыши. Ну, то есть достаточно хорошо видно свет в глазах красного цвета. И немножко во рту тоже видно. Вот такая вот скульптура.